С момента аварии под Сочи, в которой пострадала Ксения Собчак, прошло более 10 дней. Следователи начали восстанавливать события того вечера, но для полной картины им не хватает присутствия Ксении Собчак. В органах хотят знать, не влияла ли телеведущая на поведение водителя Мерседеса. Если уголовное дело возбуждено и в его рамках определен статус всех участников аварии, кто свидетель, кто подозреваемый, кто обвиняемый, то явка всех этих людей на допросы обязательна. При условии, конечно, что все они должным образом оповещены о необходимости такой явки. Если такая повестка была свидетелем получена и она не явится к месту проведения следственных действий без уважительной причины, то ее могут доставить туда силой, привезут под конвоем, под белые рученьки. Такое право прописано в законодательстве. Рассказал адвокат.